Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу показать вам свой заказ по пятому каталогу 2017 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Еще раз хочу вам напомнить о том, что каталог номер 5 у нас действует всего 2 недели. По 2 апреля включительно. И уже с 3 апреля начнет свое действие новый 6 каталог. И в пятом каталоге компания Faberlic предоставила нам очень много выгодных акций и предложений. И также в пятом каталоге мы с вами отоваривали свои купоны со скидкой 250 рублей. Так вот, мой заказ в основном будет по выгодным предложениям. Кое-что я взяла по накопительной программе, по VIP-программе. Сейчас покажу вам, что же было в моем заказе. И хочу еще раз напомнить новичкам, что у вас в пятом каталоге есть возможность после регистрации и выполнения своего первого заказа на сумму от 1499 рублей в цене каталога получить для себя в следующем 6 каталоге с 3 апреля набор Platinum в подарок. Это набор уходовой косметики за кожей лица. И в данный набор у вас будет все оформлено в красивой коробочке. Будет входить набор из дневного и ночного крема по 15 мл каждый. И также будет входить у вас очищающее молочко, тоже объемом 15 мл. Все эти продукты вы сможете потестировать и попробовать совершенно бесплатно. Поэтому, если вы хотите зарегистрироваться в компанию, то ссылочка для регистрации всегда есть под моими видео. А также, девчонки, для тех, кто не знает, хочу вам сказать, что по 2 апреля включительно сейчас в компании Faberlic идет распродажа для консультантов, в которой вы сможете поучаствовать на втором шаге оформления вашего заказа в промо-акциях в разделе распродажи. Зайдите в этот раздел и посмотрите, там есть по хорошим ценам много интересных и достойных товаров. Так что новички, кто зарегистрируется, тоже смогут поучаствовать в этой распродаже. Но сейчас давайте посмотрим, что же было в моем заказе. И как всегда, по традиции, я начну вам показывать товары из серии «Дом Faberlic». В этом каталоге, как никогда, была очень привлекательная цена на стиральные порошки. И у нас стиральные порошки в компании Faberlic изготавливаются в Германии. И самое главное то, что они не содержат фосфатов, поэтому они прекрасно выполаскиваются из ткани, отлично подходят для стирки детского белья и отлично подходят для аллергиков. И имеют слегка уловимую, приятную отдушку на белье. Я очень довольна качеством данных стиральных порошков. Хочу вам сказать, что когда только появились они в компании, я стала ими пользоваться, затем одно время прекратила, вернулась к магазинным стиральным порошкам, но вы знаете, магазинного порошка, я не буду называть марку, меня хватило только на один раз, так как я настолько привыкла к этим стиральным средствам, что уже магазинный просто, ну и во-первых, очень резкая отдушка, во-вторых, выполаскивание, и в-третьих, вот тоже у меня, вот, например, руки, если стирать руками, то склонны к аллергии. Этот порошок мне нравится, что не вызывает никакой аллергии, поэтому я очень довольна. Конечно, я знаю, что не всем как-то вот подходит, не всем нравится, но я очень довольна и всегда их приобретаю. Конечно, по акции набрала, девчонки, аж 4 штуки. Долго думала, решила взять по акции. Там, в общем, была у нас акция. Если берете две пачки, любые пачки, то каждая по 299. У нас есть в компании стиральный порошок универсальный для всех типов ткани. И есть у нас также стиральный порошок в оранжевой пачке для цветного белья. И совсем недавно у нас появился стиральный порошок, который у нас подходит для стирки шерсти и деликатных тканей. Так вот, я взяла 3 пачки вот такого порошка, его артикул, сейчас вам скажу. Раньше у нас они были по килограмму, но там была чуть дороже цена. Сейчас масса 800 грамм. И артикул для порошка универсального для любых тканей 11255. Один я уже пересыпала себе в ведерко в ванной. И вот 2 у меня будет про запас. И еще взяла, повторила я еще раз пачку новинки. Мне очень понравилась новинка. У меня уже заканчивается. Скоро в пустых баночках вам расскажу. Отличный стиральный порошок. Очень приятный аромат. Такой вот он
легкий, вот напоминает даже какой-то, наверное, аромат такого прекрасного легкого парфюма, но вот это на мое обоняние. И этим порошком я стираю вот все такие вот деликатные ткани, стираю свои кофточки, платьица, стираю там колготки, нижнее белье, и мне очень нравится этот порошок, он достаточно экономичный, так же, как и предыдущие порошки, поэтому я им довольна. Но здесь его, обращайте внимание, всего 500 грамм. Здесь у нас также вот есть на обратной стороне полностью условное обозначение. Указано, что это порошок премиум класса. И я еще раз хочу сказать, очень-очень им довольна. Поэтому, кто такой порошок не брал, пока акция, воспользуйтесь и возьмите. Я думаю, что вам он понравится. Тем более, впереди у нас весна, лето, когда у нас много таких тканей деликатных, которые вот именно хорошо будут стирать этим порошком. Следующее, что было в моем заказе, это тоже серия Дом Фаберлик. Была отличная цена, 149 рублей в каталоге на концентрированное средство с биоэнзимами с ароматом яблока для мытья посуды. Здесь у нас также идет обозначение 0+. То есть средство подходит для того, чтобы им мыть детскую посуду, даже вот бутылочки, соски, то есть с рождения для маленьких деток тоже можно его использовать, так как здесь у нас более щадящий состав. И биоэнзимы, входящие в состав данного продукта, помогают наиболее лучше нам, то есть такие вот пригоревшие какие-то вот остатки пищи удалять с посуды. Поэтому я тоже им довольна. Здесь настолько приятный аромат яблока. Имеет зеленый, такой вот зеленоватый, слегка, можно сказать, такой салатовый, наверное, вот оттенок. И пахнет, ну, прям вот натуральным зеленым яблоком. Очень вкусно. Была супер цена, поэтому, конечно же, взяла. И его артикул 11194. Если буду забывать называть вам артикулы, то все артикулы будут в описании под видео. Дальше следующее, что было в моем заказе. Покажу вам два чая Origin, которые я для себя приобрела. У нас сейчас в каталоге тоже отличная цена. 79 рублей на чаи. Это мои любимые чаи. Я, вы знаете, вот больше люблю чай рассыпной, то есть как-то вот меньше люблю в пачках, но вот когда не хочется заваривать, когда там утром спешишь, то чай в пакетиках тоже отлично подойдет. Тем более этот чай у нас не содержит красителей и не содержит каких-то вот ароматических добавок. Я взяла для себя черный чай с шиповником и каркаде, мне он очень нравится, и его артикул, он имеет такую слегка-слегка уловимую кислинку, его артикул 15-120. И второй чай, который я для себя взяла, я думаю, что у многих это наиболее самый вот такой любимый чай. Это тоже черный чай с чабрецом. И его артикул у нас 15-121. Я знаю, что вот именно с чабрецом очень многие обожают этот чай. И у нас здесь вот идет, по-моему, 20 фильтр пакетов. И масса каждого пакета 1,8 грамма. То есть, ну вот на чашечку как раз попить чай хватает. Хорошо заваривается. Нет какого-то, вот вы знаете, в чашке на дне мусора мелкого. Хорошие такие вот прям вот чаинки там видно сквозь пакетик. Поэтому тоже нравится. Следующее, что было в моем заказе. Также я взяла для себя по супер цене зубную пасту из серии кислородных зубных паст. Я взяла лечебные травы. Такой здесь чувствуется вот специфический аромат трав. Но все-таки паста тоже очень достойная. У меня вот еще из этой серии остались отбеливающая зубная паста. И, по-моему, у нас еще есть вот экстра свежесть. А вот лечебной травы не было. Была хорошая цена. По-моему, 75 рублей. И поэтому я решила взять ее в запас. Артикул 2255. Мне очень нравится, что здесь мягкая туба. И также у нас в составе данной пасты имеется активный фтор и кислородный комплекс Новофтем, который хорошо тоже защищает зубы от кариеса, а десны от воспаления. И вот такая у нас здесь мягкая туба имеется. Следующее, что было в моем заказе, сейчас была просто шикарная цена на мой самый любимый шампунь в компании Faberlic. Кто меня давно смотрит, знает, что я просто обожаю шампунь из серии Faberlic Expert. Это у нас серия идет с маслом амлы. И кто не знает, амла – это индийский крыжовник, который очень богат витамином С. Вы знаете, вот сейчас уже я одну упаковочку достала, вот так использовала чуть-чуть, думаю, вам видно. Вот уже два дня подряд я мою голову вот шампунем и затем
завершаю мытье с помощью кондиционера сыворотки. Мне очень нравится волосы. Вот, вы знаете, вот сразу прям они как-то оживают, говорят спасибо за то, что вот я использую этот продукт. И вы знаете, вот то ли вот серия такая, то ли партия, мне кажется, немножко какой-то вот другой аромат, ну вот чуть-чуть измененный, но тоже очень понравился. И даже показалось, что вот такой слегка зеленоватый оттенок имеет шампунь. Нет, шампунь беленький, наверное, вот слегка, скорее всего, кондиционер. Или вот просто в ванной. Да нет, тоже вот. Ну, вот так показалось, вот что, или вот отсвечивала, наверное, от тубы. И у нас артикул шампуня 89,68. Здесь вот 250 мл. И артикул кондиционер сыворотки 89,69. Эта серия подходит для заметно поврежденных и пористых волос. И в каталоге сейчас супер цена 129 рублей на каждое средство. Со скидкой консультанта от 20%, у меня вот 26%, но еще и моя основная скидка идет, поэтому мне получается вообще очень выгодно и недорого приобретать эту продукцию. И вот у нас, так как хорошая цена, поэтому я взяла, девчонки, еще два, то есть я взяла два шампуня и два кондиционера. И обратите внимание, вот второй у меня вот здесь вот так вот запаян, бывает зафольгирован, но сейчас вот идет у нас вот такая запайка, то есть вы ее открываете, затем можно использовать. Можете быть уверены, что до вас никто этими продуктами не пользовался. Следующее, что было в моем заказе, также у нас была отличная акция на гели для душа из серии Beauty Cafe. Я вам уже как-то говорила, что у меня самый любимый гель, самый любимый аромат из всех гелей серии Beauty Cafe — это малина и белый шоколад. И, конечно же, по акции я взяла. Вы знаете, его как-то долго не было в каталоге, я уже начала переживать. Думаю, ну, наверное, выведут эту серию, останусь я без своего любимого аромата. Но вот для меня это такая ароматерапия, это вот настоящая малина, вот, наверное, вот как пахнет, наверное, малиновый йогурт, очень приятный аромат, и вот просто наслаждаешься. И здесь очень приятная кремовая текстура. И его артикул 18-22. И здесь у нас геля 200 мл. Но я взяла два геля, я взяла по акции по 75 рублей. И по накопительной программе, где мы копим баллы, один гель я взяла совершенно бесплатно. Мне вышел 15 баллов. То есть за 15 баллов я обменяла этот гель. Так что обращайте внимание, можно менять и по баллам. Но раз мы уже заговорили за накопительную программу, то по накопительной программе я также приобрела для себя в запас еще два мыла. Это мыло «Малина и белый шоколад» в артикул 18-38, здесь его 300 мл. И второе мыло – это кремовое, артикул 21-72, тоже серия Beauty Cafe, солнечная облепиха. Очень мне нравится вот кремовая текстура. Ну, а это жидкое мыло я обожаю за его шикарный аромат малины. Вот очень вкусный, приятный, поэтому тоже нравится. Вот сейчас у нас в каталоге тоже на это мыло, потом лимонное Монпансье. И, по-моему, вот еще какое-то вот мыло, три мыла у нас идет, супер цена 95 рублей. Так что тоже можно взять и по привлекательной цене это мыло. Но все-таки мыло, мне кажется, в каталоге, девчонки, подорожало. Даже вот супер цена, раньше как-то было, но чуть дешевле. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также у нас последний раз в каталоге номер 5. Обращайте внимание, кто очень любит серию Этноботаника, представлена серия Этноботаника. Я думаю, что вот по распродажам все-таки она еще будет. И у нас эта серия идет по желтым ценникам. Я взяла один из тоников, который очень многим нравится. Я тоже не исключение. Это серия 30+. Мне нравится, что в составе данного тоника у нас есть аллантоин, есть пантенол и есть инулин, которые прекрасно ухаживают за кожей. Вот сейчас в шестом каталоге у нас выйдет обновленная серия Ботаника, которая помимо всех этих веществ будет еще обогащена и кислородным комплексом Новафтем, который будет прекрасно позволять коже дышать и усиливать действие всех ингредиентов в составе данных продуктов на кожу. Поэтому я думаю, что та серия будет еще лучше. Вот у нас была отличная просто копеечная цена, поэтому я еще для себя два тоника взяла в запас. Артикул 08-27, здесь его 150 мл. Но тоник — это такой продукт, который мы используем ежедневно, утром и вечером, поэтому у меня они очень быстро расходятся. Используем на зону лица, на зону шеи, удаляем остатки макияжа. Утром для того, чтобы кожу привести в тонус, поэтому, конечно, такой продукт долго не залежится и быстро разойдется. Дальше следующее, что было в моем заказе. Также забыла вам показать,
сказать, я еще по баллам для себя приобрела свой любимый продукт. Это невидимый консилер для век из серии Faberlic Expert. Вот он у нас стоит 60 баллов. Если вы выполняете большие заказы, купите баллы, то вот такой, я считаю, что не бюджетный продукт, можно взять совершенно бесплатно. Вот я этим воспользовалась и его для себя заказала. Его артикул 1037. Мне очень нравится это средство. Здесь его 15 мл. Хватает его достаточно надолго. У меня уже первое, у меня уже очередное средство заканчивается. И вот всегда днем, то есть утром всегда в основном, я пользуюсь под глазки и на веки именно вот этим консилером. Он создает такую бархатистую текстуру, очень приятную, хорошо высветляет, вот здесь вот выравнивает кожу под глазками, хорошо вот делает бархатистой кожу век, и даже можно вот его использовать в качестве основы под макияж. И у нас указано, что консилер моментально заполняет и разглаживает сеть мелких морщинок под глазками. Все действительно так и есть. Выравнивает поверхность кожи, я вам уже сказала, вот даже, вы знаете, я перед зеркалом сама себе эксперимент проводила. Нанесу консилер под глазки на один глаз, и вот сразу же видно, что вот кожа под глазками такая уже более высветленная, более ровная и отдохнувшая становится. Осветляет круги под глазами, предохраняет нежную кожу век от потери влаги, оставляет ее матовой и бархатистой, не содержит тонирующих добавок, может использоваться как база под макияж. То есть я вам об этом только что, девчонки, вот и рассказала. Так что вот такой продукт. Наносится он на область нижнего века и аккуратно вбивается кончиками пальцев строго по массажным линиям. И сам продукт выглядит у нас следующим образом. То есть вот такой продукт. Здесь у нас имеется носик, с помощью которого вы выдавливаете средство и его используете. Здесь его 15 мл, но, конечно, под глазки надо совсем чуть-чуть, поэтому хватает надолго. Следующее, что было в моем заказе, также я для себя заказала новинку 5-го каталога. У нас серия Skyline по уходу за ноготками появилось кальциевое молочко. И, конечно же, я его заказала. Когда были новинки, то молочко не было представлено. Артикул молочка 7180. И компания Faberlic нам заявляет о том, что данное молочко у нас содержит комплекс натуральных ингредиентов для полноценного восстановления и укрепления ногтей. Наносится на чистые ногти, так и по под любой декоративный лак. Но вот сегодня под лак тоже я наносила данное средство. Выглядит вот так полупрозрачный, такой вот дает блестящее такое вот покрытие таких вот натуральных ухоженных ноготков. И у нас указано, что в составе имеется кальций и молочный протеин. Глубоко проникает в структуру ногтя, укрепляет ногтевую пластину от основания до кончика, защищает от расслоения и ломкости. А также в состав кальция молочка добавлено масло семян линака, которая увлажняет и восстанавливает ногтевую пластину. Вы знаете, вот здесь у нас можно отодвинуть верхний первый слой бумажечки. Здесь у нас указана стрелочка для тех, кто не знает. Вот это так вот на многих, на всех продуктах. И вот здесь вот можно посмотреть состав. Я посмотрела состав. Вот если кто боится формальдегида, то формальдегида здесь я не обнаружила, не нашла. А то, что здесь действительно есть вот кальций и есть здесь у нас масла, то это действительно все так и есть. Ну, конечно, вот я только нанесла один раз. Пока сказать тяжело. Резкого аромата нет никакого. И вот так у нас выглядит кисточка, как и у всех лаков в серии Skyline, имеет такой белый оттенок. И вот пахнет такой нерезкий, ненавязчивый аромат вот лака имеет. Так что буду использовать и затем в пустых баночках вам расскажу. Но вот сейчас на данный момент я часто пользуюсь, у нас есть антивозрастное средство в этой серии. Вот мне оно очень нравится, действительно хорошо ухаживает за ноготками. Думаю, что это будет ничем не хуже. Следующее, что было в моем заказе. Долго, девчонки, смотрела на лак из серии Secret Story. Это у нас новый оттенок лака. Один я оттенок приобретала в новинках, вам показывала, и долго смотрела на оттенок величественный розовый. У нас сейчас в каталоге идет супер цена на данные лаки. Конечно же, я его заказала. Очень красивый оттенок. Лак приходит вот в такой у нас идет золотистой коробочке, как и вся серия Secret Story. И это оттенок 7407, величественный розовый. Сейчас он у меня нанесен на ногти в один слой. Очень получается красивый, благородный оттенок. Такой достаточно нюдовый, хорошо освежает. И вот у нас
эти лаки имеют в своем составе, попробуем вот так показать, мельчайшие такие вот светоотражающие частички. Поэтому вот я осталась очень довольна, еще приобретала из этой серии престижный бежевый 7405, и тоже мне он понравился, такие же вот у него светоотражающие частички имеются. И, ну, то есть он здесь у нас немножко взболтать его нужно. Удобная кисточка, кисточка такая же практически, как и в серии Skyline, и вот так выглядит сам оттенок лака. Этот оттенок называется величественный розовый, осталась я им очень довольна, и обязательно для себя повторю такой оттенок. Вот у меня сейчас вот будет еще у клиентов заказ, возьму для себя его в запас, так как осталась я довольна, могу вам с уверенностью этот оттенок посоветовать. Следующее, что было в моем заказе, также у нас были карточки, скидка 250 рублей, но вы знаете, у меня как-то сейчас много всего, карточки я тоже вот и девчонкам, клиенткам своим раздала, предложила, поэтому буду вот делать сейчас заказ. Но вот для себя я взяла по карточкам, это омолаживающие программы, запаслась, так как они сейчас у нас идут по карточкам. И раз уж мы уже начали с омолаживающих программ, то вы знаете, еще я для себя взяла новинку 5-го каталога. У нас в серии Platinum появилась новая кислородная концентрированная сыворотка молодости для лица в ампулах. Здесь 6 ампул, не буду вам сильно светить. Вот такая красивая коробочка. Приходила она в слюде зафольгированная. И уже одну ампулу я использовала, попробовала. Хочу вам сейчас рассказать подробнее. Эти ампулы я приобретала как VIP-консультант. Я выполняю по 100 баллов. И затем по итогам каталога за 100 баллов я могу взять со скидкой 70% от черной цены данные ампулы, еще, конечно, скидка консультанта 26%, поэтому получились они очень недорого и бюджетно. Так, конечно, в каталоге они стоят, я сказала бы, что дороговато. Вот сейчас у нас тоже идет хорошая скидка 50% на эти ампулы, поэтому обратите свое внимание. У нас ампулы открываются, вот идет как подарочная коробочка, открываются вот здесь они таким образом. И внутри здесь у нас тоже такая красивая блестящая упаковка внутри, и имеется 6 ампул. Точно так же, в принципе, такие же ампулы, как и идут в омолаживающих программах серии Faberlic Expert. И вот здесь у нас внутри указано описание, и указано, что платина — это один из самых редких драгоценных металлов на Земле, обладает уникальной способностью к восстановлению и омоложению клеток кожи. И с обратной стороны идет полностью описание данного продукта. Артикул ампул 0333. Здесь 6 ампул объемом 1,5 мл. И компания Faberlic нам говорит о том, что ампульный кислородный концентрат с разглаживающим эффектом оказывает антивозрастное действие, усиливает действие средств по повседневному уходу серии Platinum. То есть компания нам предлагает эти ампулы использовать вместе с серией Platinum для того, чтобы усилить эффект от использования данной серии. В этом продукте у нас есть активный комплекс КОБ-3, который мгновенно увлажняет кожу, способствует ускорению ее регенерации, подтягивает и омолаживает, увеличивает эластичность кожи. Также в составе этих ампул имеется трипептид, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты дермой, что приводит к выравниванию рельефа кожи изнутри за счет уменьшения глубины морщин. Зрелая и уставшая кожа снова приобретает утраченную упругость и плотность. Вообще серия Platinum у нас где-то идет вот предназначена в компании Faberlic с возраста от 35 лет. Активный комплекс Sign Up, регулярный регулятор естественных процессов, придает коже шелковистость, способствует повышению сопротивляемости неблагоприятным внешним факторам. А также, что мне очень понравилось, то что у нас в данном продукте имеется кислородный комплекс NovaFTEM, который прекрасно доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. И как же использовать эти ампулы? Ампулу взболтать аккуратно, то есть вы аккуратно отламываете одну ампулу, затем ее взбалтываете. Здесь у нас есть наконечник, который можно легко сломать. И затем содержимое ампулы вылить на ладони и нанести легкими
движениями на кожу лица и шеи. Каждая ампула должна быть использована сразу после вскрытия. Проводить процедуры предпочтительно вечером на очищенное лицо и шею. Применять ежедневно в течение 6 дней. Но вы знаете, у нас наши женщины всегда экономные, поэтому я тоже не исключение, и я решила поэкономить. Вот мне, например, этой ампулы хватило на 2 дня, на 2 раза. То есть я половинку ампулы использовала в первый день, и остальную половинку доиспользовала во второй день. Очень быстро впитывается моментально за счет того, что здесь есть кислородный комплекс. Покажу вам сейчас, как выглядит вот у меня остаточек. И вот так вот разносится по руке. Сейчас даже вот вы посмотрите, я вам покажу, насколько быстро впитывается данная ампула у меня на руке. Очень прекрасно разносится, быстро впитывается. Не имеет никакого запаха, то есть вот на свое обоняние я вообще запаха, даже вот намека на какой-то аромат не ощутила. Вы знаете, после использования действительно кожа чувствуется вот такая вот стянутость, упругость, подтянутость. И вот затем чувствуется, что вот кожа вот напитанная, упругая и вот увлажненная изнутри. И когда вот я проснулась утром, то кожа, конечно, вот выглядела, вы знаете, такой вот более упругой, более такой вот подтянутой и вот более посвежевшей и помолодевшей. Вот я вам сейчас покажу. Посмотрите, я только что нанесла эту ампулу. Небольшая такая вот липкость, если руками трогать, то чуть-чуть присутствует, но впиталась просто моментально в кожу. И вот чувствуется, что вот даже, я думаю, вам видно, что вот такой вот подтягивающий эффект лифтинга хороший, упругости присутствует. Поэтому я осталась очень довольна. Девчонки, ампулы шикарные. И поэтому, особенно кто использует серию Platinum, обязательно вот по скидке, по акции возьмите, попробуйте. Я надеюсь, что вам понравится. Я думаю, что если вы тоже, вот как я, поэкономите, ее нанесете, то есть 1-2 раза, то вам хватит вот на 12 дней использования данного продукта. И вы знаете, я принесла вам вот сейчас омолаживающую программу номер 3 из серии Faberlic Expert, которая всем очень нравится. Это у нас лифтинг и регенерация. И хочу сказать, что в составе ампул в серии Platinum и в составе омолаживающей программы есть одинаковые ингредиенты. Это Кубе 3, а также вот здесь у нас есть и в ампулах Platinum, и в этом продукте трипептид. И также присутствует здесь у нас кислородный комплекс. Здесь у нас кислородный комплекс Аквафтем, а в этом продукте у нас кислородный комплекс Новафтем. То есть здесь у нас и там есть кислородный комплекс, и есть у нас вот похожие ингредиенты. Поэтому, конечно же, вот у нас эти ампулы, я считаю, что вот, ну, наверное, для зрелой кожи такие не самые действенные и самые сильные. И вот эти тоже вот по своему эффекту применению ничем не уступают, шикарные. И вот я вам сейчас покажу еще раз свою руку. Я думаю, вам хорошо видно, что вот такой эффект вот на коже присутствует. И вот даже утром, и вот потом в течение всего дня лучше разносится крем, лучше носится тональный крем на кожу. Действительно прекрасно омолаживает кожу. Следующее, что было в моем заказе, также я для себя заказала со скидкой 70% по VIP-программе, взяла для себя блер-крем из серии Excelsior. У меня такой крем один есть, я вам его принесла показать. У меня, как вы видите, он уже здесь заканчивается. Я заказывала этот продукт, пользуюсь им нечасто. Вот иногда использую на какой-то вот праздник, там бывает иногда для видео, но тоже вот не всегда, но все-таки использую блер-крем. И вот как хорошая база под макияж, он хорошо заполняет какие-то мелкие морщинки, хорошо выравнивает кожу. И тональный крем, конечно, на него лучше ложится. Но вот блер-крем также у нас есть вот в серии Secret Story, есть у нас база под макияж, только она имеет прозрачную консистенцию, то тоже очень похож. И вот блер-крем для меня еще по своему эффекту очень схож вот с кремом невидимый консилер для кожи вокруг глаз. Он тоже такой же беленький и дает такую же шелковистую текстуру на коже. Но вот одно но, у меня здесь вот быстро очень сломалась помпа-дозатор. Вот это она не работает, поэтому приходится мне все это дело выковыривать ватной палочкой. Конечно, вот либо брак мне попался, не знаю, девчонки, но скоро он у меня закончится. Надеюсь, что вторая упаковка не подведет. И артикул блер крема 10.32. Кстати, его тоже можно взять и по карточкам, по купонам по вашим со скидкой 250 рублей. У нас это средство прекрасно преображает кожу,
очень легкий, абсолютно комфортный крем, насыщает кожу кислородом, образует прозрачную невесомую пленку, которая не препятствует свободному дыханию кожи, не стягивает и не сушит ее. Все это действительно так. Не содержит отдушек и консервантов, позволяет создавать макияж любой сложности без эффекта театральной маски и подходит для любого типа кожи. Он здесь вот у нас вот так зафольгирован такой вот пленочкой, и я вам сейчас попробую ее вскрыть аккуратно, так, но аккуратно не совсем получилось, и покажу, как он выглядит у нас внутри, так как тоже все равно планирую им пользоваться. Пока есть в каталоге, решила все-таки повторить и взять для себя в запасы, так как пригодится. Поначалу у меня как-то было неоднозначное мнение о данном продукте, но все-таки, вы знаете, видимый эффект такой вот более ровной и более молодой, здоровой кожи при использовании этого продукта под тональный крем присутствует. Так что вот такой продукт. И еще я покажу вам в отдельном заказе из одежды. Я заказала для сына вот такие вот джинсы из новой мужской коллекции Art Волна. Первые я заказала в размере 48, так как я просто не знала, какие взять. Думаю, ну возьму чуть побольше. И они оказались сыну велики. В талии очень велики, он прям в них утонул. По длине великоваты. И затем я сняла видео, покажу вам. Там есть у меня, я озвучиваю размеры джинсов в 48 размере. Решила перезаказать и взять их в размере 46. В 46 размере вот на сына тоже в талии чуть-чуть великоват. Но под ремень, если с ремешком заправить рубашку, то в принципе нормально будет. И вот по длине тоже они вот не впритык, чуть-чуть напуск имеется, тоже по длине в принципе хорошо подошли. Поэтому 46 размером мы остались довольны. 48 я вначале оставила, затем его сдала, так как все-таки не знаю, как он будет расти. Просто может быть так, что они полежат, а потом просто будут либо маленькие, либо короткие. Но пока не стала. И вот в 46 размере оставила. И вам в отдельном видео покажу. И для мужа я заказывала вот такие вот светлые брючки. Это тоже у нас новинка в серии Art Волна. Заказывала в размере 54. Они идут размер в размер, глубокой посадки. Очень ему понравились. И вот на лето это 100% хлопок. Будут отлично. Тоже сниму отдельное видео. И в отдельном видео расскажу вам об этих брючках подробнее. И джинсы, тоже забыла вам сказать, имеют тоже глубокую посадку. И вот у нас идет классическая форма прямая, что у брюк, что у джинсов. Так что вот такие были пока мои заказы. Для себя я заказала из коллекции Art Волна, наконец-то он появился на складе, это бирюзовый пиджак. Как только придет, если он мне подойдет по размеру, то тоже вам его обязательно покажу. Это вот такой пиджачок и жаккардовые брючки. Долго смотрела на данный пиджак, но все-таки решила его попробовать. Не было на складе, не могла его никак поймать. Но наконец-то они появились, заказала и вам покажу. На этом был весь мой заказ по пятому каталогу. В следующем видео покажу вам новинки шестого каталога. Всем, кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. С вами была Виктория. Я вам говорю пока-пока, всем до свидания, всем до новых встреч.